Что, рыбалка продолжается. На этот раз мы вот на таком огромном озере. Это озеро, мы его домашнее назвали, потому как вот там стоит балок, который из прошлых видео можно посмотреть, когда я делал. Озеро большое, но жадное. Прошлый год вот под тем берегом стояли, под теми горами. Совсем ничего не давало. В этом году решили другой берег попробовать. Поставили три сетки. Сейчас посмотрим, что тут клюет. Лед еще совсем не крепкий, поэтому снегоход оставляем на берегу. Вон он стоит. Ну, инструмент, как обычно, используем. Вот прогон, зюзьга. Вот в этом году я решил попробовать такой вертлюк на прогон поставить, чтобы сетку не крутило. Сетки здесь тоже стоят 30-метровые. Стенка 1,5, и чья 60. Ну и стандартный набор тут ловится. Чир, сик, голец. Все, сейчас раздолбим и будем проверять. Перчатки из какого бы силикона не были сделаны, но приходится их вот так размораживать. А так отличная вещь. Выручает очень даже сильно. Ну что, проверим. Сеточка. Ох, лед трещит. Сетки старые уже, дырявые. Как правило, они лучше ловят. Ой. Ближе уже к чуру. Сик небольшой. Еще один сик. Сети стояли ночь. Какой-то темный. Совсем темный. Еще один голец. Один горец. Что такое? А где белая рыба-то?
сюда попали в гольцовое место. Сейчас поедем, еще две сетки проверим. Переехали на вторую сеть. Вчера ее тоже поставили. Поэкспериментировать захотели. На глубине воткнуть. Чуть другая сеть здесь. Стенка 2,5 метра. Длина 20 всего. Метров 60 тоже. А глубина тут около 5 метров. Посмотрим, что там. Есть на глубине, нет. Чё-то червь на глубине у нас. Ну, не густо. Сейчас еще третью проверим. Она на мелкоте стоит. Посмотрим как раз как. Вот крайняя сетка на этом озере. Сейчас ноябрь месяц, уже темнеет быстро. Час дня и темно. Начало чир, самое начало сети попал. Чирок. Сетка тоже ночь стояла, как и предыдущие. Озеро большое, а рыба маленькая. Почему так?
вот и большая рыба. Как по заказу. Хороший голец. Белишек попался. Ну все, как-то так. На сегодня заканчиваем с рыбалкой. Вот наш улов. Голец зачетный. Ну и потирочки. Рубрика «Дикая кухня» продолжается. Мы решили сегодня вечером себе супчик сварить из грудинки. Вот у нас тут бык такой, половинка есть. Оленя жирненькая. Ну чтоб суп сварить, надо же мясо разделать. Мы будем применять вот такой инструмент. Вот как-то так. Все, мясо напилили. Сейчас кастрюльку поставим на огонь. Вот и супец поспел наш из грудиночки. Вкуснятина. Готовим на кероне. Да и в принципе отапливаемся ей. Хорошая вещь. Ну, будем пробовать.